А это наша печка. Главная ответственная за печку это я. Ну и дрова могу принести, и растопить, поддерживать. Все, короче, полностью. Ну и прикольная наша печка в чем? Что у нее прозрачная дверца. Вот такой там огонь. Можно смотреть, как на камине, в камине релаксировать. Извиняюсь, что я шмыгаю носом. Сами понимаете. На свежем воздухе, в природе. Надеюсь, что сейчас у нас все согреется и будет в доме тепло.